По одной из легенд, орден тамплиеров после уничтожения французским королем Филиппом IV вывез все свои сокровища на нескольких кораблях в неизвестном направлении. Веками скрывались великие знания, и только круг посвященных владел ими. Скажи мне, где? И даже казнь предводителя ордена не приоткрыла завесу тайны. Я проклинаю тебя! Они ушли, чтобы вернуться. Последних тамплиеров привлек именно Урал, удаленный от влияния Европы. Их власть безгранична. Но явился рыцарь, готовый разрушить мировой заговор и раскрыть тайну ордена тамплиеров. Группу хакеров, которые вымогали деньги у крупных компаний. У нас существовало вторжение в НАСА с помощью простого компьютера Pentium. Без компьютера хакера продолжалось дедушка. Цель Министерства обороны этой страны был... Соберет он 9 воинов. И даст им 9 ключей. И откроют они 9 замков. Замок какой-то странный. Товарищ полковник. Савченко, диктую по буквам. Цугульт. Цугульт. Ну все, Цугульт вам. Эти замочки не открываются. Я есть хочу. Придется тебе, Боря, похудеть. Закрыли нас. Резкое падение котировок акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. События в Греции и Сирии. Сломав модельное подключение, получив доступ к нескольким счетам. Да возьми ты на работу хакера какого-нибудь. Мне что тебя учить? И найди ты мне эту падлу компьютерную. Бля, потом сложилась игра страстей. Фэд, выручай, меня зажали. Байди, успокойся. Даю зеленую улицу. И начнется эпоха великого противостояния. Машина-то генеральская. Тебе сейчас о себе подумать надо. Станет легенда реальность. Игра станет явью. И реки потекут вспять, и вспыхнут просторы. И восстанут геймеры. И объединятся хакеры. Жизнь чистист. Мне повезло, я оптимист. Пусть за окном кошмар. Тихо, спокоен внутренний ашрам. Хочешь уйти? Шанти тебя и катись, лето мираж зимы, осень реинкарнация весны. И дрогнут серверы. А победит тот, у кого больше возможностей.